Опа. Итак, прохождение розыск. Розыск. Отделенная полиция убийства около 15. Нитекс, представляю. А он не мог еще быстрее сделать это, чтобы мы не успели читать? Вообще ничего. Этот, бля, что ты ждал? Ну, наверное, за тобой идут. Окей. А вот ты вон там вот валяешься у параши, видишь? Там камни. Ну ты с этими камнями. Ну вот повернул не туда. Runaway 911. Как ты совмещаешь английский и русский? О. После New Objective Finding. А можно выбросить эту фигню? План. Музыка. А как фонарь включить? А, F. О, музыка, классно. Ну, короче, мы повернули... А, мы с вами полицейские. Мы полицейские. Только ты не достоин этого звания. Я вообще-то ваш капитан. У тебя 14 хп, ты сейчас сдохнешь. У тебя тоже теперь не фу, а ты сейчас тоже сдохнешь. Что? А почему не могу взять? Ой, блин. Чё произошло? Крипт какой-то. Кто-то убил кого-то. Ой, откуда это мне в руках оказалось? Ладно, все, не руиним. Мы должны найти... Ай, вон быть. Ай, а я-то за что? Ой, Макс, это случайно было. Макс? Да. И тут включилась музыка из Дума. Ой, Макс, случайно. Случайно, Макс. Подождите. Все, все. Что? Все, да, давай. Ой, Макс, случайно это было. Прожение Макс, хоррор. Это случайно было, извини, случайно. Еще одно Макс, это хоррор. Случайно было. Макс, случайно было. Случайно. Все. О, он сдох наконец. Подождите меня, короче. Давайте, давайте без оружия, все. Еще один. Нет. И именно наши усилия. Где ты? Это придурок, нахрен ты придурок. А, это гранаты вылез. Какая у нас из нас хреновая команда. Все, давай, совершай суицид. Все, давай нормально играть. Ладно, все, я всех убил, да? Сделай суицид, я хоть не остался. Ладно, давай подошмем. Да куда ты кинул? Лапша не подбирается. А, бутылка. Леща. Пацаны, давайте сюда соберемся все. Сядем как нормальные мужчины и побазарим. Так. Как ты прыгаешь? Смотрите. Он не защитил, не прыгает. Эта бутылка стояла рядом с унитазом. Это мое общение. Какое у тебя общение? Влад? Влад, смотри, вот, Макс, садись за этот стул. Я сяду за вот этот, а Влад вот на эту бутылку давай. Эта бутылка стояла рядом с унитазом, понимаешь? Это другая бутылка. А вот это вот... Ой, а Влад... Он... Влад, кстати, сел на бутылку. Если бы тогда у тебя тоже на бутылке находился. Да-да-да, он на двух мне находился, комиссар чисто. Нифига, Влад, у тебя там помещается, конечно. Забавная история. О, еще одна бутылка. О, еще одна. Чекай. Мне подогнали. Вот этот мужик мне подогнал. А топор можешь взять? Господин, с вами все нормально? Да, думаю, нормально, просто томатная паста переел. На топор, ну, ложки не было с собой, топором ел, скрывал. У него, чё? Dark Closet. Месячная? Бывает, да, такое бывает. The door want будги. А что такое будги? Алло? Пошел в жопу. Зачем мне звонишь? Алло? Ну, информативно, кстати. О, ребят. Опа. А, призрак. Фонарь мигает. Ребят. Опа. Давай. Перейдительный стол. Опа. Влад, ну что ты встал? Ну ты ж... Ну... Че ты деда напугал? Опа. Человеку плохо стало. Да все хорошо с ним. Нахрена ты деда напугал? Все, выходим отсюда. Все, до свидания. Сюда, пошли отсюда. Рычаг у генератора сам. Ты даже почитать не можешь. Давай, ты читай. Рычаг у генератора сломался. Запасной я видела на втором этаже входов. Я поехала на работу. Дорогой, не забудь заменить. Окей, дорогая. А у вас тоже тут трава летает?
Тебя нет травы. Слушай, ну, ну здесь... я не знаю, что курило, чтобы там... Вот, Влада, не пропускаем сюда, короче. А, давай. Да не открывай ты дверь, он же сейчас сам зайдет. Да я не открываю, это он закрывает. Закрывай. Это он? Да. Ой. Макс, ты хвалит. Ладно, я просто не могу так с другом, понимаешь? Вот Макс настоящий друг, потому что... Соправляйся. Заправься ты. Вы сейчас поубиваете друг друга. Нет, нет. Из ритуальной игры. Очень. Прям стараемся. О, я поставил стул на стул. О, имба. Так, теперь третий пошел бой. А может он где-то в закрытой комнате? Ты нахрена дядю Вадю трогаешь? Давай, давай. Игра. О, давай. Поставь то, что. Ёп. Чисто полицейское следует дело. По городу бушуют убийцы. Не мешай стульям, они занимаются кексом. Мы прикроем его, чтобы никто не видел. Никто не узнает твои тайны. Экстренное включение. Never won't catch me. Повер. А, для повера нам нужен как раз канистр. О, канистр. А, вот же канистр. Все, поехали. Подожди. Давай. Тихо. Ок, мы же можем заправить тачку и уехать. Нахрена нам все это растет. Ау! Ты мне урубил нос. А сколько у меня хп осталось, Макс? 55. Жесть. А... О, ай. Свет. Вот свет. Да будет свет. Но он только снаружи. Опа. Дверь. Дырка. Нельзя упасть. Срать. Дырка, дырки. Дырка, а. Срать. Shit, I lost my flashlight. Почему? Чё за... О, будги. Чё за такое будги? Нет. О. А у кого кроубер? У меня. Ладно, без разницы. У тебя светелка. Давай, поехали. Она закончилась. Дебил. Ждем скримеров. Максим, вперед. Топор. Эдди, Миша. Погнали. Че, за нами гоняться, что ли, будут? Да. Ран. Как ты угадал? Ладно. Мы прыгать не можем. Мы прыгать не можем. Не страшно. О, я упал куда-то в яму. Я ничего не вижу, у меня темнота. У меня тоже. Это кто мне дышит? Подожди, это конец первой части? Ой, продолжай. О, поехали. Ага. Опа. Ого. А это мы? Опа. А это он. О, ну, позитивно. О, клёво. Кофе. Шиза. А если упасть? Пробуй. Чё-то не особо. Опять чёрный экран, меня бесит чёрный экран. Чё, скример будет? О. Вот кто из вас так быстро пробился к двери, и за него опять чёрный экран? О, ладно, зачем это так? Опять нас тащит. Подожди, попробуй сейчас экраном влево-вправо в сторону где-то трястись, всё так будет. Пипец. Снова темный экран. I need to get out of here. А, друг. Знакомьтесь. Опа. Владос. Опа. Второй. Давай, Владос, вставай. На тебе ещё это, на голову. Ну же, открывайся. Давай тоже. Камень. Ой, я помой иди. А вот он. Чем мы должны? Блин, я с тебя камень обсрал.
забудем все обиды. Ведро. А не то хай, хайд. Прячись, прячись. Да иди в жопу. Умри. О, мы спрятались. А ноунайм нет. В смысле, это я как раз таки спрятался вместе с тобой, дебил. О, лысый прошелся. И полицейский с оружием. Мы не можем просто застрелить этот приток. Потому что он волшебник. I think he's gone. Он... need to get down. Как давал тебе поноса? Понос? Ну выходи что? Отсюда, ну. Ну, Макс, это все из-за тебя. Да нормально все. Все, пошли отсюда. Сюда. Мне кажется, не стоит идти туда, откуда он только что... Ну, типа, куда он только что пошел. По канону сюжета нам как раз туда и надо идти. Три полицейских самых рисков. Хренел. Влад, выключи SOC. Не надо. Дурак, куда полетел? Влад, выключи SOC. Не, выключай, подожди. Выключай. Да не знаю. Дебил сам виноват. Максим, извини, ну ты так полетел просто, но... Это ужас. Ой, я за вами. А где вы рису нашли, алло? А. I have to run to the car. А, к машине, короче. Где машина? Вот сюда. Ты реально так стартанул на поддержку. О. А почему? Пока-пока, писюн. Охрен. Мухнешь. Ну пистолет, алло. В яйца себе стрельни. Че ты подошел сюда? Чмырь. Апу тебе. Он еще столько стоял, типа... Да, а он сейчас чисто такой сидит, кайфовенько. Как будто на солнышке на пляже, блин, сидит чисто. Чисто прикольно. Хрен. И к чему там чел с ломом подошел? Продолжение игры следует. Не используйте ноуклип, ребята. Да, все, на этом все. Ванты. А, так и тот самый чел, который был массовый убийца. Только, походу, он убил нас. Хотя мы добежали до машины. Кто-нибудь понял концовку?